64, да? Давай вот этот возьмем. Потому что, ну, тут 180 грамм все равно, как бы. Разницы никакой. Особенно пробивает только больше. Другой снаряд давления. Ну, по идее, да? Ездит она очень хорошо. Тут как бы нормально. Поехали. Ну что-то такое среднее поиграем, потому что, ну, давайте без топов. На топах надо заебись играть, типа координация должна быть хорошая, должен идеально стрелять, а я что-то сегодня, ну, не вывожу реально. Что-нибудь человое, лайтовенькое такое, средние ранги, там, плюс-минус. Слева танк еще есть. Он дохлый? Не дохлый. Я просто не попал. Седьмой, да? 57-й. Так, ну... Народ должен где-то быть. Наш, что ли, они? Нормально ты жахнул ему. Я только его приметил. Мне вот сзади не напихали. Как бы сзади было. Очко надо беречь с молотом. Так. Так, а вот сейчас было очень интересно. Пазик, да? Танканул. Танканул. Да слушай, ну и этот как бы ваншотит довольно. Это пробивает просто хорошо. 158. Я бы не сказал, что он плохо дамажит, да? Смотрю, только ваншоты летят в путь. Просто раздача пошла. Налево и направо. Ты хотел сказать, вертолет летит? Это самолет? По звуку. Да, это СУ летает. А вот куда, допустим, переезжать отсюда? У меня один снарядов осталось. Вот куда мне переезжать? Ехать-то некуда. Я уже всех пострелял. Перезарядка довольно хорошая. Тут басов, конечно. Прикупить. Асов было бы вообще неплохо. Бредовая стрельба по мишеням, да. Чувак в чате оценил. Как в тире.
Куда он там делся-то? Это не он был, там другой был. Нормально я под кустами стою, да? Сдох тот тип. А вот сейчас откуда было? Бан. Бан. Даже иду бы стрелять. Ой, блядь, попадание. Бан. Просто разъеб. Максимальный. Таких приколов я давно не видел. Просто одни ваншоты летят, типа. Как хорошо, что я взял камерник на 150+. Это вообще изи. Я бы сказал, прям легчайше. А, ну вот он. Он нашел меня. Ну это очень жесткая тачка. Типа 16, просто как с куста. Стреляешь. Ваншоты. И оно еще живучее, да, оно еще живучее. Типа сколько я танковал, сколько по мне стреляли. Я просто стоял бортом перед ним, они въезжали, я в них стрелял. 16. Просто, типа отлетали как орешки. Речки. Ну все, я думаю, работяги выиграют. Это не бой, а вредовое стримопоменьшением, да. Ну, это вообще прям нормально. А там снарядов уже как бы маловато было, да. Это было бы уже две ядерки. Да, почти. Ну, так что можно спокойно играть на, типа, топовом снаряде, который 150 пробивает. Вообще, этого достаточно, они все равно с ваншотов отлетают. Вообще. Ну, тот тип меня переиграл, да, по факту.